Привет! В данном ролике рассмотрим очищающее средство для тела от Foamy. Бренд не использует пластик в упаковке, является на 100% веганским и cruelty-free. Отшелушивающий брусочек для душа больше, чем пилинг, с измельченными косточками абрикоса и маслом ши. В картонной упаковке, которая не была заклеена ни с одной из сторон. Брусочек весом 80 грамм, светло-бежевого оттенка, необычной эргономичной формы на ленточке из хлопка для удобного хранения. Брусок плотно прессованной, достаточно однородной текстуры, немногочисленными вкраплениями маленьких частиц. С лицевой стороны поверхность относительно гладкая, а с обратной рельефная. Продукт презентуется как мыло без мыла. В его рецептуре используется синдет, мягкое очищающее средство с нейтральным уровнем pH. Применять продукт рекомендуется 1-2 раза в неделю, но нельзя его использовать на чувствительной или поврежденной коже. Средство должно увлажнять, питать и отшелушивать, оказывать массажный эффект. Формула содержит глицерин, парфюмерную композицию, масла касторовое, абрикосовое, ши и какао, карнаубский воск и прочие компоненты. Мыло в твердом формате должно хватить на 25 применений, что примерно может соответствовать жидкому средству для душа объемом 250 мл. При контакте с водой моментально образовывалась обильная кремовая пушистая пена. Мыло источало легкий и ненавязчивый, скорее фруктовый, сладковатый аромат хорошего парфюма. Продукт одновременно очищал и деликатно отшелушивал. Скрабирующие частицы были ощутимы, но кожу не повреждали. Средство легко смывалось, кожу не подсушивало и не стягивало, оставляя ее чистой, гладкой и мягкой. Благодаря ленте брусочек хорошо просушивался и не раскисал. Его расход оказался умеренным, и после нескольких применений средство уменьшилось в объеме незначительно. Спасибо за внимание и пока-пока!